Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Увлечение чаще всего простирается в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Книги владельцев этого имени часто становятся бестселлерами, вдохновляя следующее поколение вечных странников поднимать паруса и отправляться в странствие. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Эти люди могли бы без труда достичь успеха и накопить состояние, занимаясь бизнесом, но такого рода карьера не принесет им удовлетворения, поскольку их важной целью и всепоглощающей внутренней потребностью является поиск истины и совершенствование своего «я». Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Счастливыми и удачными днями для владельца этого имени являются воскресенье и понедельник. Все свои главные проекты им лучше начинать 1-го, 2-го, 4-го, 10-го, 11-го, 13-го, 19-го, 20-го, 22-го, 28-го, 29-го или 31-го числа. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.